у меня такая идея возникла. Я думаю, сейчас покажу, сделаю гайд по тому, как именно активировать уровни из первой части во второй. Значит, сразу скажу, что я использую эмулятор RetroArch. На других эмуляторах может быть по-другому как-то там. Но на RetroArch именно так. Вот сейчас я покажу. Значит, нажимаем на паузу в непосредственном геймплее. Идем в меню, значит, RetroArch. Быстрые настройки здесь. Управление диском. Сначала обязательно нажимаем статус диска. Это значит открыть лоток. Открываем лоток и возвращаемся в игру. После этого. Надо, чтобы надпись появилась просто вот. Discover Open. Значит, мы сейчас можем именно в этот момент вставить диск из первой части. И тут важно, чтобы еще регионы совпадали. То есть, если у вас Vigilante 8, вторая часть региона NTSC, то нужно, чтобы и первая часть была тоже NTSC региона. Значит, опять идем в быстрые настройки, управление диском. И добавляем образ диска. Вот у меня второй USA. И первый Vigilante у меня тоже, соответственно, USA. Значит, нажимаем. Так, чтение диска идет у нас. V8 Levels Enabled. Ну и после этой надписи у нас открываются уровни из первой части. Но это еще не все. Нужно, значит, опять и в быстрые настройки, управление диском. Опять манипуляции все эти делаем снова. Чтобы нормально играть, значит, нам нужно будет вставить обратно диск со второй частью. Так, для этого мы открываем лоток снова, идем в настройки. И добавляем опять же вот этот второй Vigilante. Вот все. После этих нехитрых манипуляций у нас доступны, соответственно, уровни из первой части. В чем мы таки можем сейчас убедиться? Так, снова. Ну вот они, эти уровни. Даже с оформлением все как надо.